Алло, да, Вадим, все, маршрут на квитанции я вам точно направила уже. Кира? Да, Вадим, маршрут на квитанции на почту вам отправила. Все координаты вышли сейчас тоже на... Ты специально так громко орешь, да? А это не я. А кто? Это Штефи кричит. Котеночек, сейчас нам в гости придут очень важные люди. Это мои партнеры. Мне очень важно, чтобы встреча прошла гладко. Пожалуйста, сиди в своей комнате и нам не мешай. Давайте, наверное, приступим к обсуждениям. Владимир, что? Мамочка, мне скучно одной, можно я к вам? Ой, какая куколка, заходи, заходи, иди сюда ко мне, садись. Тетя, а почему у тебя такие странные волосы? Тебе нравится? Цвет просто огонь, скажи. Нет, почему они у тебя такие лохматые? Кирюшка, а сходи проверь, там твои игрушки не скучают? Нет, это я с ними скучаю. А ты сходи проверь собачку. У нас же нет собаки. Какая милая девчоночка, а сколько тебе лет? 3. А вам сколько, тетя бабушка? 29. Ого! Дофига. Кира. Так, все нормально, давайте уже вернемся к делу. Дядь, а ты тут главный, да? А, ты просто глупенький. Пап, мы здесь с тобой явно лишние. Пойдем погуляем, пока сходка этих убогих здесь работает. Да уж, будьте добры.